Всем доброго времени суток. Решил поделиться мнением об обуви. Год назад приобрел ботинки трекинговые Skif модель 5030. Согласно информации от производителя, данная модель рекомендуется как городской тактический ботинок для сотрудников спецподразделений, охраны и как тренировочный ботинок. Подходит для легкого трекинга, походов на природу, повседневной городской носки и для тех, кто выбирает просто активные движения. У данной обуви есть свои плюсы, свои минусы, но это субъективное мнение, и каждый отметит сам, что ему лично подойдет. Лично я в процессе носки отметил тот факт, что ботинок практически неубиваемый. Носится он удобно, но вот на тонкий носок не рекомендую. Подойдет как раз трекинговые носки носить с ними вместе. Можно носить их летом, хотя немного жарковато на плотном носке, и сама обувь не имеет никакой мембраны. Великолепное качество как прошивки, так и самих материалов. Почти нигде ничего не потерлось, не оторвалось. Единственное, что кроме вот одной проушины. Вот в данном месте она чуть-чуть съехала в сторону. Но это, скорее всего, я сам виноват, так как эту сторону сильнее всего тянул при шнуровке. При активном, даже агрессивном использовании, а я их использовал часто как тренировочную обувь на спортплощадке, они в принципе держатся достойно. При этом могут подойти еще тем, кто хочет утяжелить ноги. Да, ботинки тяжелые, но специально взвешивать их я не стану, обзор не про это. Они чуть-чуть потерлись вот эти места и чуть-чуть совсем каблук, в принципе видно. Протектор практически остался таким же, какой он был новый. То есть качество самой подошвы и материал, с которого она сделана, выше всяких похвал. Эта обувь прослужит достаточно долго. Я думаю, несколько лет точно при активном использовании они будут мне служить. Бегать, в принципе, в них удобно. Цеплючая подошва одинаково ведет себя хоть на щебне, хоть на мокром асфальте, хоть на песке. Хотя вот на песке они вязнут не слабо. Я думаю, это потому, что у кроссовок, как правило, подошва шире, а здесь же она по форме стопы. Вот если смотреть. По описанию модель точно соответствует своим параметрам. Я их использую в городе, как обычную повседневную обувь, при выезде на природу. И вот тут важное замечание. Если кто-то хочет в них бегать по пересеченке, сразу гоните эту мысль прочь. За счет высокой подошвы они менее устойчивы на склоне или на бегу. И об любую кочку можно просто банально подвернуть ногу. То есть именно вот за счет вот этого высокого подъема стопа просто может подвернуться. На спортплощадке по-ровному да, но гонять там на страйкбол, пинтбол и тому подобное очень не рекомендую. Поберегите ноги. Хотя это мое частное мнение, конечно же. В целом, вообще, если вам нужна качественная, надежная, недорогая и практичная обувь, то это отличная обувь, которая прослужит очень долго. На данный момент я их ношу уже почти год, использую постоянно, как повседневную, вообще все сезоны, кроме зимы. Я никак их для видео не готовил, они выглядят почти точно так же, как и новые. То есть никаких складок или повреждений, вот кроме тех, что видно, что обувь в принципе-то используется как таковая, нет. Дополнительно я их, правда, обработал водозащитным лаком для обуви, и они немного потемнели после этого. Зато можно даже в сырую погоду ходить, и они не мокнут. Надеюсь, этот обзор поможет кому-нибудь в выборе хорошей обуви. До новых встреч. Всем пока.